Его, походу, надо разбить. Бомбичи. Ладно, погнали. Молодец, сдох. Думать нормально. О, обещается. Садись. Сюда, наверное. Да. Ёптель. А, гений. Да. Ну что, пацаны? Mortal Kombat? Сейчас, подождите. Мне открыть. Да. О, отлично. Да. Не, он где-то должен быть. Вот. Сейчас будет Mortal Kombat. Можно записи это херово, то, что я сделал, но мне это... Заперто теперь. А, это и второй? Думал, что за херня? Давайте. Я попробую потише сделать, а то, наверное, долбит. Сейчас, секунда. Понятно, я помню, как его убивать. Надо было ему уже пойти стрелять. Ёпки.
А все? Умри, пожалуйста. Хочешь еще битву? Понятно. Попадать бы еще. Блях, вот последний момент. Ура, победа! Гранатомет. Что ты, малолетний гнида? Мне понравилось. Так. В смысле, этого мало, типа? Да хватит. А теперь у меня надо это намнуть. Усиленный. Ну или ребенок. Ладно, заберем последние две пульки. Обязан его убивать несколько раз.
А это чем стрелять должен? Странно отскакивает. Тупо, может, тут все намного проще? Жду все, перезарядку, все. Опять я умный. Самая лучшая игра на ночь. Валяха. Валера. Ладно, ты будешь накиньте. Хватит мне вселяться. В принципе, логично. А как? Ага. Это я что-то не так делаю. Ну-ка обратно. Должен же я как-то избавиться от товарища. Как я понял, здесь нет 5-6 лампочки. Только 4. Хоть возвращаться не заставили.
свободное. Не. Все 6 надо лампочек. Но это я не активирую, да? Да. Волки превратились в пакли. Тут пам-пам-пи-дам-пам-пам. Здесь уже 5 надо. Дайте похилиться. А, так у меня ж... Ладно. У меня было нормально, вот когда у меня шпакли вообще-то. Да ладно. Это значит, нужна нормальная рука. Ёпти. А нахрена? А, у меня есть 4 лампочки, точно. Ух ты, это значит нужно отсюда прям добежать до тут. Ага. Ладно, сразу подхилить. Все, хорош. Оп. Это сколько было? А, это все лампочки были, все, я понял. Да, я понял, значит, подбежать. А, я же не могу использовать, да, теперь? Лампочки. Тут должен быть близко, что бежать оттуда, это жесть. Да. Да ну, бред. Сколько бежать надо? Тут вроде есть. Че, реально бежать? Так надо сначала продумать момент, потому что я не хочу просто вас это бегать. Вот, да. Вперед. А вы издеваетесь? Прямо оттуда бежать, как вот эту хрень активировать хочу. Знаете?
Не хватает рук. Но тут нигде поблизости нет этой хрени. Я, по крайней мере, не вижу. Здесь хоть запись идет, идет родненько. Ладно, давайте попробуем, что ли. Ну, побежали. А я еще держу свои кишки, чтобы полностью не вывалились. Жесть. Давай немножко, брат. Не расслабляемся.
теории, кстати, так человек может ходить. Потому что если адреналин действует, то он так и может ходить. С кусками. Но и дне такое можно встретить.
Это все. Игра, конечно, интересная, но не для всех. Я вот закончил играть, чтобы я столько в башке всякого говна теперь. Раздумий. Страхов. Тоже. Ну, интересно. Влада постучали, Валеру, конечно, жалко, он погиб. Советовать, конечно, играть не буду, потому что это же на любителя. Но может кому-то понравится, поэтому... Спасибо, если вы это смотрите. Давайте, счастье.